Запасы лекарств есть, но тем не менее некоторый дефицит в России ожидается, в том числе жизненно важных, указанных в официальном списке правительства. Издание «Газета.ру» сообщает, что производители недорогих медикаментов приостановили их выпуск, поскольку власти не дают повышать цены. Речь идет о таких препаратах, как ампицилин, сульфат магния, нистатин, а также ибупрофен и левомицетин. Поставщики уже информируют аптеки о том, что производить такие лекарства становится невыгодно, и по окончании нынешних запасов ожидаются перебои в снабжении.